На катках 4-го и 5-го микрорайона Одинцово пока еще дошлифовывается лед. В Шарапове ведется еще одна проливка горячей водой, чтобы покрытие стало окончательно ровным. Остальные ледовые площадки полностью готовы, и ими с удовольствием пользуются жители. Плановая уборка, расчистка и заливка трещин ведется там, где это необходимо. Очень важно все-таки выстроить график уборки от снега, потом заливки регулярные. Многие заливают через шланги, которые тянем с подъездов, с подвалов, как мы это делали в советское время. Где-то приходится привозить машиной воду. При этом в ходе еженедельного совещания глава округа Андрей Иванов отметил, что важно не только наличие катков, но и их качество. Мы сегодня были в Заречье, вот с Евгеньевичем смотрели, как залита коробка, пусть маленькая, не совсем стандартная, скорее для такого любительского катания, может быть, даже детского больше катания. Но, тем не менее, лед был гладкий, качественный. Всего на территории округа этой зимой открыты для посещения 37 катков на дворовых территориях. Наибольшее их количество находится в Одинцове. Здесь их 15. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцово».